Самые талантливые и увлеченные исследователи младших классов городских школ приняли участие во втором ежегодном фестивале «Первоцвет». Как и полагается, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне именно этой дате посвятили свои работы участники конференции. Большинство из них за основу взяли своего деда или прадеда, который героически воевал против фашизма и может быть примером для следующих поколений. Будущее не может быть полноценным без прошлого. Это доказанный факт. Потому сейчас особенно и родители, и преподаватели пытаются привить детям любовь к родине и уважение к тем, кто отдал свои жизни за нее. Подвигу советского народа, который сыграл решающую роль в освобождении мира от фашизма, посвятили свои выступления учащиеся 6-й школы, которые открыли фестиваль «Первоцвет». После торжественной части и жеребьевки перешли непосредственно к самому фестивалю. Всего свои исследовательские работы представили 10 школьников со всех образовательных учреждений города. В числе первых свое исследование представила ученица 4 класса средней школы номер 4 Эльмира Гаджиева. «Мое выступление посвящено нашему городу во время войны. Ведь каспийчане, как и весь советский народ, внесли неоценимый вклад в приближение победы. В Каспийске было несколько военных госпиталей. Нельзя не сказать и об оборонном предприятии – заводе «Дагдизель». Но каждый раз, пристраиваясь к экрану телевизора или слушая рассказы старшего поколения о войне, я задумываюсь о несчастливом детстве тех девчонок и мальчишек. Необходимость проведения подобных конкурсов и патриотической работы с представителями подрастающего поколения подчеркивает ведущий специалист управления образования Индира Умаханова. Подобные встречи дают детям возможность раскрыть свои таланты и больше узнать о героическом прошлом нашей страны. Свидетелей этой страшной войны становится очень мало, меньше. Поэтому цель нашего мероприятия, чтобы наши дети знали о своих прадедах, о людях, которые воевали, чтобы не забывали о них. Перелопатив не один десяток книг и исторических статей, каждый из участников фестиваля представил свою исследовательскую работу. Компетентная жюри, в которую вошли заместители директоров всех школ города, подчеркнула, что в подобных конкурсах главное не победа, а сам процесс подготовки и выступления. Ведь таким образом ребята окунулись в прошлое и узнали больше о вкладе нашего народа в победу. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, новости Каспий ТВ.